Абрам спрашивает у своего друга Моши. Моша, скажи, пожалуйста, когда у тебя день рождения? Вот, а что такое, Абрам говорит? Я хочу подарить тебе шторы, потому что мне уже надоело, в конце концов, смотреть, как ты свою жену голую по квартире гоняешь и делаешь всякие свои неприличности и извращения. Он говорит, послушай, Абрам, когда у тебя день рождения? Он говорит, а что такое? А я хочу тебе подарить бинокль, чтобы ты наконец увидел, что живые гоняют по квартире.